перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. What's up, boys and girls? Никитос. Перед сном решил зайти. Как у вас дела? Бля, давай нахуй. Думаю, тебе тоже привет. Передаю за них, а они думают то же самое тебе скажут. Вот. Жду чемоданы познакомиться. Что еще раз? Жду, говорю, чемоданы познакомиться со старичком. Я понял. Ну, придут. Знакомишься. По-любому ровный чувак. ПТЗ Underground, бро. Че? Мы все выросли на андерграунде. Мы из андерграунда. Как там? Бля. Что-то там, откуда-то там на экраны, короче. Я тупой. Да-да-да. Я у тебя это понял, подписчиков просто пизжу подписчиков, старина. Да я так понял. Ты как Никитос, давай, я говорю, думаю, знаешь, Никитос надо прибавить, короче. Спасибо. Popular boy. Очень приятно. Да ладно, я больше никому не нужен, врубаешься. Все. Блядь. Вранье. Понял. Че, дети, как вам альбом? Охуенный, по-моему, альбом. Блин, я, кстати, не вижу, что они пишут. А, вот, я вижу. Пимп, ты рили Канье Вест? Я думаю, именно. Тут нахуй без ответа последует. Ой, блядь. Короче, вы поняли, рили нахуй. Рили. А у бабки на хате твои песни валим. Респект, пидорасы, бабки. Покупайте, блядь. Покупайте в iTunes треки, блядь. Денег нет ни у кого. Покупайте треки. Пацаны, рэп, музыка, бомжей. Скоро фит с паштехником. Блядь, не буду все карты раскрывать. Не буду. Бля, орал с кулинарного батла. Как тебе кулинарный батл? Блин, слушай, я не смотрел, сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю. Смешно? Скажи сразу, смешно? Понял. Но посмотрю. Вот, а почему? Я не понял. А Паша должен быть там. Вот что выйдет потом, будет просто. Разъебатор, да, будет? Это возрождение, просто... возрождение. Просто, я плакал. Я здесь, когда смотрел... Я когда смотрел, я просто ебать. И у меня слеза, понял, текла от смеха. Нихуя. Блядь, ну это меня, слушай. У меня, ебать. Настолько, бомба. Короче, да, сочно там. Бомба, пиздец. Блядь, я уже не могу дождаться. Такая хуйня. Диман, там, я видел. Диман, я видел, кобочки прислал. Диман, здорово, Диман. Диман. Скоро клип. Диман, бро, здорово. Хуй тебе, а не трансляция. Хуй тебе, а не подписчики. Всех подписчиков Пемпа заберу я. Такая хуйня, мэн. Чё за хуй под Пимпом? А чё за хуй? Да идите вы нахуй, вы все пидорасы. Шутка, нет. Нет. Хуй, просто хуй. Чувак, это мой хоуми, Никита.
Прошу любить и жаловать. Бро, как к Гительману Руслану относишься? Вопрос нормальный, назрел. Хуй его знает, кто это. Не знаешь? Покажу тебе, скоро покажу. Я слышал, короче, понял, я слышал, но не смотрел ничего. Он великолепен, великолепен. Андрей Максимов, здорово, пацаны, здорово. Так что за Никита? Никита, это мой хоми. Хоми. Понятно, ёпта. Короче, пацаны, он менеджер это всех. Менеджер. Это теневой пацан. Вы еще узнаете, вы еще узнаете. Я Big Russian Boss, без кепки. Прикинь, такая кепка пластмассовая. Да-да, это, ёпта, бейсбольная такая, водонос такой носит, воду там, вот такой кепки. Такими штуками, знаешь, типа под пивко, это твоя тема. Да-да-да, я это имел в виду, да, я Богомол. Вы все спрашивали, где Богомол, вот он. Вот вы, блядь, ждали, а я уже тут. Скоро будет фит со всеми. С Лизером и Флэшем. Ждите фит Богомола с Лизером, MC-138, MC Гнойная Глаз и MC Рот. И Бал. MC Рот Бал. Какой-то хрен мешает. Когда какой-то хрен мешает смотреть Пемпа. Ладно, браток. Да, пора. Давай, короче. Все, давай увидимся 20 числа. Бай-бай. Все, теперь я один. МС хрен. Именно так. Так, кто тут еще хочет? Так, антихил фигер. Димон, бро, пойдешь в трансу или чё? Фадеев, ёпта, Фадеев, ты где? Пойдем, проведем трансу, накинем тебе немножко. Не накрашено, да ты заебал. Он покажет клип пацанам и девчонкам. Ладно. Короче, Димас Фадеев застеснялся вас. Поэтому как-то так. Чё у вас интересно, нахуй? Пемп, давай встречаться. Я слишком стар для такого дерьма. Где старая маска? Лежит, ёпта, на первом этаже, бро. Хочу стать твоим хоми. Прости, бро. Чё пыхаешь, вейп, мэн? Бля, что может быть интересного у людей, слушающих про рэп? Точку. Такая. Чего ты в маске? Ну вот захотелось мне в маске посидеть.
такая тема. Давайте, накиньте мне что-нибудь, я вам раз это. Барсу, смотри, ебень. Какой Барсу, нахуй? Янг Трэп все сказал по поводу вашего футбола или чего вы там смотрите. О, господи, ё-моё. Big Russian Boss. Посмотрим батл. Бля, я тоже посмотрел, короче. Смоки Мо с Оксимироном. Такая тема. Поржал. Иди в Xbox играй. У меня нет Xbox. Моя. Будет батл босса с АК-47. Он уже в интернете, мэ. Лоб точно даун с Young Trap. В очку долбитесь. Да, долбитесь, бро. Сука, дебилы. Хули не спишь? Да вот, зашел. Думаю, бля, надо, короче, типа... немножко соцсети как-то потыкать. Вот потыкал. Сейчас потыкаю немножко и спотягу. Усап, молодой. Усап, Виктор. Чё, как слизка? Я с ней расстался. Простите. Но я... Я просто охуел, когда увидел последний её клип. Честно. What's up, Pimp? What's up, Young Pimp Official 19? Как дела? Пимп в роли Пимп. Господи, это что за еблан? Зачем нахуй вы заходите, блядь, чтоб написать, это что за ебла? Просто нахуй ответьте мне, вы, блядь, серьезно. Заходите в Инстаграм, нахуй. Нажимайте на рекомендованное. И там, блядь, наверху высвечиваются топовые эфиры. И вы их смотрите? Вы, блядь, что, дебилы? Что-то ту значит, вообще ничего не значит. Какие планы на 2018? Умереть. У тебя проблемы с головой. Именно, братан. И именно так. Пемп твой рэп говно. И именно так. Мой рэп говно. Я еблан. Это жизнь. Но при этом респект. Блять, люди в интернете, вы странные. Когда новые сраные треки? Ёб твою мать. 13 трек вышло, блядь, месяц назад. Даже меньше месяца. Иди и послушай их. На iTunes, где угодно, нахуй, ВКонтакте, ебать, везде есть.
Вот русские люди. Вот о чем мне с вами разговаривать? М? Вы же, блядь, даже по-английски не говорите. Такая, ну просто я вот не понимаю ее. Как вы можете вообще разбираться в музыке, если вы не говорите по-английски? Да? Вы, блядь, русские люди, я вах. Накрашенный Фадеев почти сделал клип, а потом он сделает еще один клип, и еще один клип, а потом еще клип, и еще клип. О, Господи, столько клипов, обмажетесь просто вот так вот. О, просто много клипов. На самом деле мы ничего не выпустим, просто проебемся. Класс, класс, класс. Ты кто? Я король батл рэп игры. I speak Russian and I speak English. Yeah, man, word, word. С тобой я могу разговаривать. Ой, бать. Пимп, ты лысый? Так получилось, что нет, я не лысый. Ёбаный рот. Окей, speak English, please speak only English. I don't want this shit right now, man. Вы с боссом разошлись? Man. Спасибо, что зашел, давно тебя в инсте не было. Да, давно. Давно я пришел. Пим, почему пим? Потому что янг. Ага, man. How do you do? I'm fine. Заебы с маской и длинными волосами. Нет. Такой назад такой шлеп. И все. Кто по нации татарин, братан? Татары сила. Так. Позырим нахуй. Как относишься к подворотне? Ты хотел, наверное, сказать к подворотам. Лох, мэн. У меня был друг. Он носил подвороты зимой. Теперь он ходит на культяпках. Жизненная история, врубается. А я думал, ты майамиянец. Я майамияникс. И татарин. У. Майами Яникс, охуен. Почему прячешь лицо, если вы так видели? Потому что спрашивают постоянно. Хотел вот так сделать. Ты мусульманин? Нет. Как правильно, пемп или пимп-памп, мэн? Пемпа-студия в Самаре? Да, да, в Самаре. Хотите записать рэп на бит, то приходите, ссылка, ёпта, в описании, в инстаграме, мэн. Как по-татарски говорить? Бля, мы что-то угорали, короче, с этой темы. То, что там что-то надо добавить, и тогда получится по-татарски. У тебя зрение минус 2. Ебать ты вафля, ебать ты пирожок.
Только Майами, только хардкор. Только татары, только за двор. Ба! Бич! Двойные рифмы, бля. Рифманул все строки. Йоу! Олежа, здорово, как у тебя дела? Кто по образованию? Я уже говорил об этом. Нормально себя чухаешь в маске нахуй дома. Нахуй дома нормально чухуйся в маске, бро. Спиздил тексту Рикеф. Да. Рикеф мой гострайтер. Олеж, от души. Хорошо, что все хорошо. 24 у нас там в Питере какая-то движуха, короче. Если что, пиши, набирай. Они. Ты кто, мать твой, такой? Я тот, к тому ты зашел в эту инстаграм-трансляцию, мэн. Колян, здорово. Кайфарик в Сочи, да? Тебя поймаю, рожь поломаю. Класс. Спасибо за строчки. Я придумаю что-нибудь с ним. Татуху покажи, маску сними, бай. Чё нахуй? Чё это за тон? Русские люди, чё это вообще за тон? Тупая хуйня. Цирк уехал, клоуны забыли. Базаришь, братан. Исполни что-нибудь. Не могу, кошка рядом спит. Разбужу, плохо будет. Убьет меня она. Тату на пальцах напоминает пемп. Но если вам так удобнее, то да, это пемп. Я же настолько еблан. Кого, ёпт, бандит, чё, кого? Вообще красота, бро. Как ты сам, а, бро? Полный отстой. Как там Баус? Баус, красиво, Баус. Прям так наиграно? Да, братан. Пиздюк конченый, да, я пиздюк. Да ты еблан. Да, я еблан. Ой, ёбаный рот. Чмо. Чмо. Урод. Почему у тебя левая бровь так низко идет? Потому что, блядь, типа маска лишняя ровно. Гандо. Спокойной ночи, эй. Хуйня, маска. Да. Именно так. Маска, хуйня. Cool, man. Лох, лох. Я лох. Ебать. Чтобы ответить, нужно коммент, негативный коммент писать. Да нет, просто задавайте какие-то прикольные вопросы, а не вот, типа, то, что вы задаете.
Я отвечу. Вот, а так я просто угораю, сижу. Нам ждать совместных работ с боссом, да. Все это будет, короче, идите, будет бомба. Что-то на даун похож. Да? Клон какой-то, хуй пойми, беспонтовый. Да. Как относишься к Сидоджи? Нормально? Музыку не слушаю, так, ну. Сколько ложечек сахара кладешь в чай? Я не пью вообще с сахаром ничего. Ни кофе, ни чай. Я не могу понять, какого цвета у тебя глаза. Коричневый. Карий, ёпта. Чуть-чуть зеленый, наверное, хуй. Зарекомендуй какую-нибудь топовую анимешку глянуть. Ковбой Бибоп посмотри. Про сахар интересный вопрос, да. Он забавный, по крайней мере. Я спросила про тур на English. Я про счет тура ничего не знаю. Будут все, типа... Если будет тур, будет анонс. Не надо, пожалуйста, спрашивать, я потому что не знаю. Вы потом отпиздили Витю после кулинарного шоу. У меня не было. Я просто зашла в твой, и там негатив один. Да, я просто, типа, блогер, рэпер и вот это вот вся дерьмо. Люди заходят вон, дети, и пытаются блеснуть эрудицией и чувством юмора. Такие дела. Ты вообще кто такой? Вообще ответил нахуй. Дрочишь. Приглушаю в Кабарду в гости. Спасибо за приглашение. Меня два члена трахнули. Так тебе и надо. Слушай, я не думаю, что ты ответишь, какие твои самые любимые рэперы. Какие? Русские? Не русские? Какие? Багдасаров Слипа. Ай, я души, бро. Обнял. Ходили слухи, что ты с боссом поругались, плюс один трек, где деньги разрушили дружбу. Вы чем слушаете ёбаные песни? Вы чем слушаете ёбаные песни, а? Трек Лаки — это просто сторителлинг. Просто история, чувак. Типа, хотел денег. Типа, метафора на золотые клыки. Он хотел и хотел, в итоге он их получил. Но когда он их получил, он понял, что что-то как-то не алё, и поэтому захотел их снять. А вот уже не снять, потому что все. Такие дела, мэн. То, что там придумывают YouTube-каналы и прочее, это все залуп. Русских рэперов, кроме босса. Да я уже отвечал на этот вопрос. Из старых, типа старый Тиван, старый Смоки, старый Мирон. Шок старый.
Из новых, типа, скриптонит. Что-то еще кто-то был, я уже так не вспомню. Что за дичь это яма? Котик. Культа встал. О, переболел. Так, снимай новый ответ на вопрос. Возможно, они будут, кстати говоря. Японский рэп заебись. Нахуй знает. Вот японский рэп вообще не понимает. Азиатский рэп я вообще не понимаю. Блять, котично. Вот. Из неамериканского французский, немецкий охуенный. Такие дела. Долбоёб. Е-мен. Петрозаводск, ебашься. Петрозаводск сейчас мой хоми, Никитос. С ЛСПшниками, короче. Приходите туда. Как тебе Минск? Минск прикольный город. Чего из французского рэпа больше всего любишь? Блять, Лакримос, Яш. Вот это прям, короче, какой мне топчик. Ну, попса, конечно, галимые, типа, такие они. Высоко, но мне нравится. Ну, PNL еще там. Ну, блять, французов много там, чуваков, прикольных. Как тебе татарский рэп? Я хуй его знаю. Я не слышал татарский рэп. Чем стираешь маску? Ваниш, мэн, ваниш. Только ваниш. Певец? Пиздец. Ты крещен? Да, я крещен, мэн. Чё, брат, как жизнь? Да пойдет, мэн. Продиджи жалко помер от яйца. Пиздец, мэн. Читать прям, типа, такой рэп и умереть от яйца, это сильно. Но Продиджи легенда. Знаешь, Тайлер закрыт? Нет, не знаю. Кто? Расскажи мне, кто такой Тайлер? Когда новые треки уже? Ёб твою мать, блядь. Месяц назад вышел альбом. Иди слушай его. Вот когда поймешь все песенки в этой хуете, то тогда можешь просить у меня новые треки. Но за месяц-то я там не все понимаю. Сохранишь эфир? Не, я не сохраню, я никогда не сохраняю эфира. Ну ты дебил, и именно так.
Кошка тоже маски. Тоже спит, ёпта. Послушай, может зайдет кто? Тайлер The Creator? Вау. Я обязательно сейчас пойду и посмотрю на ютубчике его клипы. Клипы Тайлера. Ты общаешься с мамой или папой? Как они к твоему творчеству? Знаешь, просто есть вопрос. Конечно, общаюсь. Родителям по кайфу. Сколько стоит стать гостем? Много. Сколько тебе лет? 13. У тебя сзади кто-то там, конечно. Стена, братан. Подпишись на меня, позже. Батшутник. Да, братан, как и все тут. Господь, спаси меня. Спаси меня от этих вопросов. Тебе лет 18 минимум, мне лет 18 максимум. Типа грибы, Бля, пимпуха, салют, бля, Евген Келлер снова, салют, мэн. Да хватит, ты же говоришь, что мы говно, я не говорю, что вы говно. Где я сказал, что вы говно? Чмо. Чё грустный хуй сосал невкусный? Ха-х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 а. Пиздец, блять, бро. Я в ахуе своих шуток, ебать. Чуть, блять, живот не надорвал. Привет, с Киева. В Киев салют обратно, это. Какие планы, давай рассказывай. Да никаких. Вообще. Привет, 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 привет. Долго еще трансляция будет? Не, у меня уже рука устала держать этот ебаный телефон, блядь.
как я сюда залетела. Блядь, такая шутка, но не буду. Чем ты занимаешься, когда не придумаешь и не пишешь музыку? Ничем. В натуре долбоёб какой-то. Да, ебать, хули тут сидишь? Я в натуре долбоёб, мэн. Всем привет, кто кинул мне привет. Какой рост у тебя нормальный? Такая тема. Спокойной ночи, пимп мэн. Спокойной ночи, мэн. Ты под феном. Что с БРБ? Скоро на выпуске, ждите. Там будет очень смешно, реально. Я ржал просто. Привет из Одессы, в Одессу, в обратку. Одесса – крутой город. Скутер, спасибо. Так, русские люди, давайте что-нибудь еще прикольного, я пойду спать. Ебапая. Ничего интересного. Сделал бы фицкий зар, если бы не было конфликта. А какие там конфликты-то? У меня нет вообще ни с кем конфликта. Поэтому типа... Такое... Ой, бля, народ, кто это? Что у вас так много? Объясните старой женщине. Старая женщина. Это еще немного. А я типа... Блогер. Музыкант. Короче, беспонтовый. И вот так вот. Люди заходят смотреть на юродиво. Поэтому, я думаю, я объяснил. Ой, бля. Салам из Бишкека, братан. В обратку летит. Какой играет у тебя? Ёбаный рот. Ёбаный рот. Позвони, господи, бля. Пиздец. Интернет, что ты делаешь с людьми?
Софа, да. Я просто тип крут. Наверное, я хуй. Так просто вышло. Сколько тебе лет? 13, я же говорю. Ты бы еще чулки уже не спиздил и одел. Надел, 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 прежде чем шутить свои хуевые шутки. Пожалуйста. Русский язык. Одеваются. Одеться. Отдел. Это типа полностью. А когда что-то одно, это надел. Надел шапку. Надел толстовку. Надел маску. Надел джинсы. Понимаешь? Чё кого, братан? Это нормально, мы в интернете. Да нихера, если кто-то, то тоже можно надеть. Типа, я надел на него шапку. Одел. Это типа, ну, одеться, ебать. Я, бля, сейчас туплю, но вы врубаетесь. Шутник, позвони, заебал ты. Господи, блядь. Господи, жди гостей, ночью за тобой приедут, прокатитесь до леса. Я, короче, дом. Вокруг дома забор. На заборе автоматчики. На крыше дома снайперы. Как хотя бы снайпера зовут? Вован. А снайперов кто охраняет? Никто. Ты нож держать не сможешь, какой снайпер? Причем, блядь, тут нож? Нахуя мне держать снайпера? Ты как это вообще себе представляешь? Типа, блядь, сидит снайпер нахуй на крыше, и я его держу на руках, ебать. Типа, поднимаю его, чтоб он видел лучше. Чего, блядь?
Просто тебе снайпер тот калик БРБ шел. Да, я беру, короче, его подкидываю. И он в полете такой пью-пью, стреляет. Как ты набрал таких фанатов? Спасибо интернету. Такие дела. Ой, короче, ладно. Чё-то вообще скука. Поэтому я пойду отдыхать. И вам я желаю хорошо отдохнуть этим прекрасным вечером.